4 трупа за 3 выходных. Сразу несколько смертельных аварий произошли на дорогах Владимирской области. Одна из них случилась в прошедшее воскресенье на въезде в Гусь-Хрустальный. Водитель Kia Rio, уроженец Таджикистана, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого автомобиль развернуло, и машина врезалась в дерево. Водитель и его 14-летний пассажир погибли до приезда бригады скорой помощи. Кроме этой аварии, за долгие выходные в 33-м регионе произошли еще 2 ДТП со смертельным исходом. Накануне в Везняковском районе погиб мотоциклист. Мужчина не справился с управлением и опрокинулся в кювет. От полученных травм он скончался на месте. ГИБДД отмечает, что мотоциклист был без шлема. Еще один мужчина погиб в Гороховце в ночь с пятницы на субботу на нерегулируемом пешеходном переходе. Его сбил автомобиль «Форд». Также ГИБДД зарегистрировали много аварий с пострадавшими. Зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми. Из них, в них 4 человека погибли и 27 получили ранения. Вот случай в Гусь-Хрустальном, когда погиб ребенок, подросток. Также 5 детей получили травмы различной степени тяжести.